Шухин, директор! Здравствуйте, дети, садитесь. С завтрашнего дня все учащиеся нашей школы будут носить одежду официального стиля. Понятно? А это что заявление? Так вот как, Соломин, ты уважаешь устав школы. Дневник мне на стол немедленно. Продолжим урок. Итак, ребята, почему мы сначала видим молнию, а лишь потом слышим гром? Марья Ивановна, Марья Ивановна! Блин, да потому что у нас глаза находятся впереди ушей. Ну все, Волочка. За знания по физике 2, за поведение неуд. А завтра с родителями к директору. А сейчас выйди из класса и подумай над своим поведением. Спасибо. Можно? Заходите. Почему без родителей? Так папа там, за воротами стоит. Ведь вы же сами ему запретили приближаться к школе на пушечный выстрел. А как зовут твоего папу? Федор Иванович Соломин. Федечка Соломин. Это был мой первый инфаркт. А мама почему не пришла? Так это, вы маме запретили приближаться к школе на пушечный выстрел. Она там, с папой. Как зовут твою маму? Лидия Петровна Комарова. Лидочка Комарова. Это был мой второй инфаркт. Нормально. Там они хоть по этот самый, а то загибались немножко. Ну, еду побыстрее. Ну так что, вызывать родителей? Ну уж нет. Третьего инфаркта я не переживу.